перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну, Москва так вчера разъебала, это просто какой-то пиздец. Я до сих пор отойти не могу, если честно. О, сегодня у меня выходной, кстати, я постараюсь сделать небольшой мини-отчет Москвы и Питера на канал. А пока что всякие инсайдики будут в телеграм-канале, вот, свайп. Телеграм-канал тоже заебусь говорить, поэтому пусть будет здесь, по-любому кто-нибудь потом вырежет, там какой-нибудь рэп-перископ, ладно. В общем-то, в Москве вчера концерт, охуевший солдат был, 1200 человек. Бруклин, по-моему, клуб не очень смог вместить все, и была очень сильная давка в первых рядах. Люди в первых рядах там чуть ли сознание не теряли, и, ну, уже ближе вот к середине концерта начали кричать там «попроси, чтобы все отошли назад». Вот, пришлось там периодически просить людей, чтобы они отошли назад, перестали давить первые ряды. Мы, да, так, ребята раскидывали воду тем, кто стоял в первых рядах. Мы их, тем, кому прям пиздец было хуёво, мы вытаскивали на сцену, отводили, отпаивали водой там. Ну, в общем, очень-очень жесткая давка была. Прям некоторые чуть ли сознание не теряли. Это пиздец, и клуб как-то даже не вентилировался особо. Там попросили все двери открыть. В общем, я надеюсь, все хорошо было. Ну, никто хотя бы не умер, на этом это заебись. Вот, и еще очень важная хуйня. Я думаю, типа, нихуя, да, ну, такая давка жесткая, почему в Питере такого не было? И вот как раз сейчас пересматриваю концерт в Питере и замечаю, что там на какой-то, ну, в начале, где вот новый трек про Юру пел, то, что люди мне кричат, типа, человеку хуёво, человеку плохо, стой, типа, а я начинаю петь. Вот, и типа, я смотрю и думаю, ёбаный в рот, как я мог это не услышать, пиздец. В общем, вот, очень хотел я вам это рассказать, потому что меня пиздец как это гложет. Но я надеюсь, там всё обошлось, потому что, бля, как я мог не заметить и не понимаю нихуя. Вот, ну, я не знаю, не буду вас просить, там, типа, поймите, ой, выводите в положение. Ну, типа, пиздец, первый концерт в Питере я, на самом деле, вообще не помню, как прошел. Потому что это, бля, первый концерт в моей жизни, там такая толпа, нахуй, 800 человек. Я вообще как будто в другом мире был. Вот, и мне очень стыдно перед тем человеком, которому было плохо в Питере, что я не услышал, не остановил песню, не помог как-то. Вот, впредь буду внимательней к этому относиться. Наверное, буду просить охрану за этим всем следить. Вот, потому что, типа, ну, блядь. Пиздец. А, бля, я еще так еще выглядит это, что, типа, я, типа, такой, мне вообще похуй, я внимания не обращаю, начинаю петь. Вот, я просто, короче, не услышал, сорян, блядь, и братан или девочка, кто там, кому хуёво стало, прости. Ну, я надеюсь, все обошлось, насколько я знаю. Трупов не было. И на том хорошо. Питер — страшный концерт, и давать, блядь. Вот, и еще один вопрос. Кто-то до меня доебался, не помню кто, блядь. Говорит, ты что, под плюс поешь? Блядь, да, я выступаю под плюс, мне как-то похуй. Я выступаю под плюс. Потому что я знаю свою аудиторию, знаю своих ублюдков, блядь. Я знаю, что вы приходите потусить, вы приходите разъебать. Я хочу дать вам охуенное шоу, полноценный звук. Потому что я понимаю, что сейчас я не вывезу всю программу чисто на минусах. Я понимаю это, я не вывезу ее. Я либо посажу голос нахуй, либо задохнусь. Короче, ну такая хуйня. Здесь либо ты все охуенно читаешь, либо
А, либо охуенно ты все читаешь и как-то аккуратно сковываешь свои движения, чтобы не задохнуться. Либо, блядь, ты отрываешься по полной. Но вот во втором случае, по крайней мере, мне нужен плюс. Мне похуй, типа, западные звезды выступают под плюс. Я не говорю, что надо выступать под плюс. Кто-то под минус, мне похую. Я хочу дать вам крутое шоу, чтобы вы охуенно разъебали и потусовались. Поэтому мне поебать, я ебашу под плюс. Мне похуй вообще. И не путайте только фанеру и этот, блядь, и плюс. Типа, я не просто открываю рот, нахуй. Я тоже все прочитываю, пропиваю, но под плюс. Вот, но если вы уже смотрели концерты Питере и Москве, то есть у нас такие музыкальные паузы, когда я беру гитару и прям под гитару, лайвом, вживую, без каких-либо подложек, просто пою песенки. Вот, другие города тоже вы это увидите, послушаете, будет заебись. Потому что под гитарку петь мне пиздец как нравится. Но запомните, вот нахуй, когда-нибудь, однажды, ебать, однажды, я поеду, блядь, с группой и оркестром, нахуй. Просто я же прекрасно понимаю свою аудиторию, ебаный в рот. Вам сейчас вообще, вот нахуй вам надо сейчас слушать красивую музыку какую-нибудь, да? Вам надо потусить и разъебаться, я это понимаю. Мне самому, в смысле, на свои треки вообще похуй. Я для вас их пою. Я знаю, что вам нравится, что вы хотите разъебать, блядь, потусить. Оторваться по полной. И все, мы делаем шоу. Мы делаем шоу. Это, сука, шоу. Да. Все такое. Все, Мархил. Сейчас, да. Сейчас, по 5 минут. Вот. Поэтому, так, фокус пропал. Поэтому вот, надеюсь, так, по-моему, все, что я хотел сказать, сказал. Впредь, пожалуйста, вот сейчас у меня еще, ебать, 12 городов впереди. Не давите людей, ебаный в рот. Ебать, мне страшно от этой хуйни. В Москве столько, прям в Москве я вижу, их прям прижимают к сцене, блядь, это так страшно. В смысле нет концерта в Перми? Ты что, охуел? Есть концерт в Перми? 21 число. Дурак, что ли, блядь? Есть концерт в Перми. Честно говоря, чувствую немножко себя уставшим, пиздец. Пустым, блядь, прям пустым. Не знаю, почему. Наверное, типа... Ну вот, вчерашний концерт в Москве, просто всю энергию, которая у меня была, я все отдал в зал. Это пиздец полный был, да, такой ебаный, брат. Я надеюсь, у меня руки дойдут, и я скоро сделаю видос. Ну, в принципе, там уже есть записи какие-то с московского концерта. Это такой разъеб, блядь. Но мне до сих пор не дает покоя, конечно, это человек, которому было в Питере хуёво. Блин, слушай, короче. Если вы знаете, вот в Питере, да, кому там стало хуёво, кого я не услышал, не заметил, напиши, пожалуйста, напиши мне в директ. Только, блядь, давайте без хуйни, типа там этот, не пишите, не притворяйтесь. Именно вот этот человек пусть напишет, типа, вот мне хуёво было. Вот, и я хотел бы лично извиниться. Вот, потом, бля, мне вообще спать эта мысль не дает, пиздец. Просто я посмотрел сейчас, нахуй, ну это вообще пиздец. Очень стыдное дерьмо, блядь. Так, чё, я, наверное, блядь, спать пойду, нахуй. Набираться сил, ёпта. Завтра Нижний. Ха, Нариман, здорово. Да, бля, мне самому было хуёво. Не, просто пиздец, я не могу, мне вообще из головы это не выходит. Там прям люди орут. Я, ну, видос посмотрите, найдите, как концерт в Питере. Я не помню, какая. Там, где песня новая про Юру в начале, там, короче, прям мне кричат, типа, Алишер, человеку хуёво. Человеку плохо, остановись, типа, не пой. А я, пиздец, я вообще этого не замечаю. Я не слышу, я как будто в каком-то другом мире, блядь. Страшная хуйня. Ну все, я надеюсь, больше такого не будет, потому что
Все-таки Питер первый концерт, было довольно-таки сложно, страшно, на самом деле, пиздец, я так обосрался там, чуваки. На весь концерт вот так вот пролетел, вообще нихуя не помню. В Москве уже все было охуенно, в Москве уже все уверенно, пиздато. И дальше будет тоже так все. Такая хуйня, нахуй. Да в Москве было заебись, в Москве заебись все было. В Москве уверенность и вообще в Москве как-то ситуация была под контролем. Вот. Такая хуйня. Казахстан, блядь, да я везде приеду со временем, чувачки, со временем везде приеду. У меня сейчас в планах, как только я закончу тур, я хочу сесть за альбом. И нахуярить охуенный альбом, блядь. Я прям альбом хочу. Блин, в общем, если вы не найдете человека этого в Питере, которому было плохо, нахуй, как-нибудь доберитесь, пожалуйста, до меня, пиздец. Я, бля, пока его не найду и перед ним не извинюсь, бля, я вообще не успокоюсь, нахуй. Пизда, я заебался. Вот это, бля, вот вечно моя всю жизнь, вот эта вот хуйня, сука, я за других людей волнуюсь больше, чем за себя вообще всегда. Я не знаю, с чем это связано. И, блядь, не могу спокойно жить. Заебался, блядь. Ладно, давайте, пойду-ка я отдохну. Не болейте. До скорых встреч, не кашляйте. Йоу, блядь, там вот это вот. У, бля, нахуй. Сейчас поедем. Извините за мой чрезвычайно матершинный уфимский язык. Просто я не знаю, я не могу передать. Я до сих пор как-то... Я не понимаю вообще, не осознаю, что это произошло. Ёбаный урод. Ну, типа, понимаете, камон, тут... Я тут рэпер, рок, музыкант, я блогер. Такой, типа, опа, солдат, полный зал. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, до сих пор я не могу в себя прийти. А знаете, что самое главное? То, что моя аудитория, мои ублюдки, да, вы, самые дикие, блядь, самые бешеные, просто я, бля, я горжусь нахуй вами, я горжусь вами нахуй, я горжусь своей, сука, аудиторией, это просто охуенно. Бля, чуваки, ну, бля, ну в Москве это, ну, просто пиздец был, типа, ну, это пиздец, ну, я в ахуе, ну, я ебал. 1200 человек, это солдат полный, блядь, даже... Мне кажется, клуб столько на самом деле не должен в себя вмещать, потому что на середине концерта людям в первых рядах становилось хуёво. Мы их вытаскивали, они чуть ли сознание не теряли. Отпаивали водой. Они постоянно кричали, что «скажи, пожалуйста, чтобы сделали шаг назад». Короче, давка была лютая. Пиздец. Пиздец. Это просто, это такое мясо, я рот ебал. Ваши вот все эти рэперские концерты, это все хуйня. У меня тут люди умирают в первых рядах. Ой, ну бля. Сразу, если кто-то здесь слушает, кто один из тех, кого мы вытаскивали, кто чуть не сдох, извините, блядь. Ну, не рассчитали, видимо, с клубом. Ну, блин, я надеюсь, в целом все для вас там нормально, и вы не сдохли. Ну, вроде не сдохли. А вот я сдох. Я охуел. Москва, это был просто тотальный разъеб. Спасибо.